Здравствуйте, рыбаки и рыбачки! Сегодня мы продолжаем цикл изготовления блесен на зимнюю рыбалку или подготовка к зимней рыбалке. Вот я вам хочу предложить блесенку изготовления из зажима для женских волос. Вот она какая, что она себя представляет, видите? Вот она защелкивается, и уже, считайте, у вас готовая блесенка. Вот тут и ничего выгибать не надо, она играет прекрасно в воде. Вот из нее я сделал когда-то блесну. Вот она. Видите, она не очень красиво тут спаяна, но я что-то торопился переделывать, потом не было времени. И вот на эту блесенку прекрасно брал у меня судак и поймал даже одного карпа. Не за бок, не за хвост, прямо в рот схватил эту блесенку. Но дело в том, что я решил сейчас ее немножко усовершенствовать. Не саму блесну, а наживочку. То есть подсадочку сюда сделать. Вот смотрите, вот этот бисер, о котором я рассказывал и много говорил, мне очень нравится, как он работает. Видите, вот вылитый мотыль. Посмотрите внимательно. Делается просто. Берется капроновая ниточка. Капрон тонкая. Продевается, набор делает вот такого размера, где-то сантиметр. Чуть больше, может быть. Наконец, черная или коричневая бисерка одевается, бисеринка. А заканчивается большим бисером, таким, чтобы вы могли его продеть на крючок. Надеваете на крючок, нитку капроновую закручиваете, и у вас получается вот такая составляющая. Блесна будет играть и с этим мотыльком искусственным в воде. Она не влияет на игру. Я вам покажу в воде, как делаем. Дальше, чтобы ликвидировать вот эту вот белую ниточку, мы берем просто лак. Вот при вас все сделаю, а потом покажу, как это все будет у нас работать в аквариуме. Берем и закрашиваем. Аккуратненько закрасили. Можно даже эту бисеринку закрасить. Все равно она будет, как говорится, работать. И вот мы этим, отсюда, естественно, сейчас крючок мы очистим. В общем, чтобы этого белого не было и оно не отвлекало. Вот все готово. А теперь после, вот эту тоже подкрасим. И оно сейчас подсохнет, и я покажу, как оно работает конкретно в аквариуме. Не подумайте, что это из лени. Просто как-то пришлось мне вот так под руку. Думаю, дай попробую сделать блесенку. Сделал, и я говорю, прекрасно работает. Если там есть в вашем регионе, в районе рыба серьезная, клевать будет.
Не хочу, конечно, обидеть мастеров, но тем, кто не в курсе дела, объясняю, что вот это вот мы показываем точку атаки, куда будет совершать хищник или мирная рыба, карп, там, лещ, точка атаки. Красным выделяется. Это обязательное условие. Теперь сейчас будем вам показывать, как, казалось бы, неказистая блесна работает. Вот смотрите. Видите, вот ее ход. Смотрите, внимательно наблюдайте. Она не просто плавно идет, она еще сбоку на бок переворачивается. За счет того, что не полностью она спаяна. А что видите, вот здесь вот пространство незапаянное, не целая пластина. За счет этого она идет, совершенно прекрасная работа ее. Вот она. И этот же искусственно мотылек привлекает рыбу. Это такое впечатление, что это малек какой-то, маленькая рыбка схватила мотылька и играется под носом у хищника. Видите, какой ее ход? Плавный такой, переваливается. Как она переваливается, она привлекает рыбу. Она создает мини-колебания в воде, которую хищник реагирует, и другая всякая рыба. Видите? Вот мы ее раз, она ложится на дно. Положили на дно, подняли. Можете так подергать. Спокойненько. Вот хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Привлекаете судачка, потом пускаете. То есть начинаете разнообразную игру. Успех вам гарантирован. Блесну эту сделать очень просто. Может даже человек, который никогда не паял блесен, ее сделать легко и свободно. Спасибо за просмотр и внимание. Смотрите, подписывайтесь. До встречи в эфире.